Всем привет, спасибо, что заглянули на мой канал. Меня зовут Маша. Друзья, спасибо, что вы смотрите наши выпуски. Сегодня, как и всегда, делюсь с вами свежими новостями. Бейли 10 месяцев с хвостиком. Она живет со своей мамой Оливией. Девочка с каждым днем становится все интересней. Мы решили приучать собак гулять без поводка. Гуляя на поводке, собаке трудно тратить свою энергию из-за малоподвижности. Мы часто произносим клички наших собак, чтобы те сразу отзывались. Белла хорошо слушается. Ой, ты что, замерзла, что ли? Она уже да, даже, лап может, поднимает. И не замерзла, но она уже хитрит. Уже привыкла уже. Она уже хитрит. Белла, пошли. Иди скорее, догоняй. Пойдем. Вот так приучаем ее без поводка ее гулять. Да, здесь машин нету у нас. Привык на это. А это вон, да, крокатится. Она легла. Вон что у меня есть, на. Пошли. На. На. Она легла. На. И кормит у нас. Иди папа на. Это вот не хочет гулять, она никак не хочет. Бегом, бегом, бегом. Иди скорей. Не, вот еще все пофигу. Вчера так бегала хорошо, сегодня вообще не встала. Мы не собираемся полностью отказаться от поводка. Он нужен во время прогулок в людных местах и там, где есть движение транспорта. Мы направились в район школы, там есть где разгуляться. Смотрите, как красиво вокруг. 3 метра прошла. И не хочет никак. Все. Наверное, вся прогулка ее закончилась. Все, 3 метра. Падает и лежит. И пофигу вообще, мороз. Иди. Вторая-то хоть вон, пошли. Мама Оливии никак не хочет гулять самостоятельно. Постоянно останавливается и просится на руки. Из-за этого мы делаем много остановок. Да, прогулка с мамой Оливией на длинные расстояния не наш вариант. Обельчонок бежит рядом и преданно смотрит на хозяина. Такая лошадка. А где же мамка твоя? Где же мамка? Вон вдалеке твоя мамка не хочет никак идти. Ни в какую она не хочет. Маша уже и так с ней. В итоге на поводок сейчас взяла. Хоть маленькая дворь будет расхаживать. А так она вообще не идет. Да, а мы ждем постоянно их. Пойдем бегать. Но мы не шкодничаем здесь. Все свои дела за пределами делаем. А вон кто у нас идет-то? Кто у нас идет? Поджала и придуряется, что ее взять надо. Ругается на нее, да, ругается, что не идет. Ох, ругается на эту мамку. Давай я цеплю, стой. Мамка так интересно бегает, так шкодно. Да. Ну куда ты собралась?
Машенька, что у тебя за придурок-то? А вся моська. Это она так типа мерзнет, а морды в снег вообще не холодно. Оли, ты чего? А, ты чего? Пошли, пошли. Пойдем. Пойдем. Белла. Белла, пошли. Пойдем. Давай, вот. Девчонки набегались, а кто набегался больше всех, угадайте. Это сейчас ляжет, смотри. Сейчас ты бежит и ляжет, видишь? Ольга, ты что такая дурында, смотри, полежать надо срочно. Иди забирай, Иди забирай, не дает она тебе. Ну так иди забери у нее косточку. Где косточка? Вон у мамы твоей. Иди забирай. Иди забирай. Не тобой, да не тобой. Нет, скажи. Иди забирай. Не дает она. Нет. Иди забирай. Не дает? Ух она какая, да? Вот так у нас бывает так. Я уже сам боюсь, еще меня цапнут. Да? Вот мама Оливия у нас, она простофилия. Белла обманула свою маму и довольно устроилась с добычей на диване. А маме Оливии остается только возмущаться. На днях решили посетить ветеринарный кабинет Алиса. Мы посещаем его регулярно. За здоровьем собаки нужно следить. Если сомневаемся в чем-то, то спешим на консультацию к профессионалу. Как всегда, мы приехали раньше положенного. У девчонок нет терпения. Это кто у нас здесь скулит уже, весь скулился? Они думают, что мы сейчас откроем дверь и выйдем на улицу. А мы приехали в ветеринарный кабинет. Да, у нас Олечка что-то тут приболела, скажем, проблемка у нас, скажем, маленькая проблемка. Да, на осмотр привезли, что врач скажет. Не устану повторять, что когда собака приучена к пеленке, это здорово. Белла, как опытный разведчик, обнюхала каждый уголок. Эта Шкода не сидит на месте. Ну и до Беллы дошла очередь, ее тоже осмотрели. А сейчас взвешивание. Это так же практически все это. Такая? Да. Так же 3,5 она весит. А это что-то сходного, 2,7. А была, по-моему. 2,6 она была? А, была, да.
2650 он был. Очищено уже. Ну, она тогда еще пырзиком была. Сейчас она уже одевается. Вот, видите, какой у нас здесь. Можешь это взять? Угу. Ты умеешь, да, на ручки идти? Ты не умеешь. А вечером состоялась прогулка, но уже без костюмов, так как погода была теплой. Собакам без одежды комфортно. Смотрите, как шустро они бегают. Даже маму Оливию не узнать. Был. Был. Это все новости на сегодня. Осталось только передать привет Ларисе Драмашко. Лариса, привет и спасибо, что смотришь наши выпуски. Мы хотим поблагодарить каждого нашего подписчика и за ваши комментарии, и за ваше внимание к нашим видео. Если вам понравилось это видео, то ставьте пальчики вверх, нам будет очень приятно. Делитесь этим видео у себя в соцсетях, это лучшая поддержка каналу. Тот, кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь, впереди еще много интересного. А на сегодня у нас все. Всем спасибо, всем пока!